Где бы ни был художник, всюду с ним этюдник, кисть, краски. Эта серия рисунков создана группой московских художников во время увлекательного путешествия на плоту по реке Костроме. Наши современники, их труд, мысли, чувства – вот главная тема новых работ. А художники Иванов, Сурьянинов и Хефец готовятся к следующему путешествию по родной стране. Мы желаем, чтобы оно было таким же интересным, волнующим, таким же незабываемым, как это –